привет любителям гармонии. Итак, начинаем разбор. Показываю сначала правую руку. Куплет. Играем. Показываю одним пальцем и озвучиваю ноты. Будем ориентировочно говорить, что эта песня в ля миноре, хотя у меня гармонь в тональности до диез. А так будем говорить, что песня в ля миноре. Так, поехали. Одним пальцем показываю. Ми, ми, ре, 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 ми, ре, до, ля, ля, до. До, ля, соль, ля, до, ре, ми, ми, ми. Показываю еще раз. Еще раз показываю, извините. Играем дальше. Покажу одним пальцем. Ля, ля, соль, ми, ми, ре, ми, ре, до, ля. Ля, до, ля, до, ми, ре, ми, ре, до, ля, ля, ля. Еще раз покажу. Еще один ученик тут появился. Ильхам Бакатыг на Ерубтарбар. Секундочку. Так, поехали. Вторая половина, она повторяется два раза. Так, давайте покажу еще раз полностью куплет. Так, куплет мы все разобрали. Правую руку теперь будем разбирать припев. Поехали. Показываю правой рукой. Покажу одним пальцем. Ми, соль, ля, ля, ля. Ми, соль, ля, ля. Ми, соль, ля, до. Ре, ми, ре, до, ля, ля, ля. Показываю еще раз. Смотрим дальше. Так,
покажу одним пальцем, озвучиваю ноты. Ми, соль, ля, ля, соль, ля, до. До, ре, до, ля, соль, ми. Соль, соль, ми, ре. До, ре, ми, ми, ми. Еще раз покажу это место. Дальше повторяется, но там есть небольшие изменения. Смотрим. Это мы уже знаем. Дальше. И вот за вторым разом конец тут другой. Смотрите, какой. Смотрите, какие ноты. Соль, соль, ми, ре, до, ля, ля, ля. Еще раз конец показываю, который изменился. Ну, еще раз сыграю вам полностью припев. Так, правую руку мы полностью с вами посмотрели. Давайте сейчас перейдем к левой руке. Играем начало. Еще раз. Тут получается ля минор, ре минор, ми септаккорд и ля минор. Еще раз. Дальше. Фа мажор. Тут у нас получается фа мажор, соль мажор, до мажор, ми септаккорд. Все по одному разу. Играем еще раз. Еще раз играем, помедленнее. Сынок мне тоже помогает. Так. Дальше смотрим. Сначала ре минор, то есть фа мажор, до мажор, ми септаккорд, играем. Смотрим, да? Фа мажор, до мажор, ми септаккорд и ля минор. Смотрим дальше. Ре минор. Ми септаккорд.
и ля минор. Повторяется. Еще раз полностью играю куплет. Плавно переходим к припеву. У нас тут начинается с ля минор. В левой руке у нас все время ля минор. Дальше поднимаемся на ми септ аккорд и обратно возвращаемся на ля минор. Смотрим дальше. Фа мажор. Здесь дальше идет фа мажор. До мажор. Потом соль мажор. Обратно до мажор. И ми септ аккорд. Смотрим еще. Медленнее играю. Повторяется. То же самое. Дальше уже в конце по-другому. Так, тут у нас соль мажор. И ля минор. То есть соль мажор, ми септ аккорд и ля минор. В самом конце у нас играет три аккорда. Еще раз за вторым разом берем. Соль мажор. Ми септ аккорд. И ля минор. Ну и еще раз давайте сыграем вам полностью припев. Помедленнее.